Первый этап шкуривания закончен. Первый слой только. Еще куча времени и шкуривания нужно будет сделать сегодня. Возможно, сегодня и покрасить. Не знаю, как получится. Но уже финиш-лайн видно. Вчера опять же помыл машину. Опять же такая фигня на всем кузове. Бардак развел в машине ужасный. Потом буду еще неделю чистить. Ну вот, ладно, буду продолжать буду.